Последний пиро-персонаж был достаточно давно. И вот недавно Хайверс объявили то, что выходит Дэхьям. Официальный анонс. Многие были рады, и многие сразу же побежали смотреть сливы. После анонсов и даже до, они появляются очень и очень быстро. И сегодня на основе их я вам все-таки расскажу, что же за персонаж такая Дэхья. Расскажу ее игровую ценность и окончательно дам понять, крутить ее или нет. Кто еще разбирается в этом? Ну, многие уже по фактору, так сказать, внешнему уже решили то, что да, я ее обязательно буду крутить. И они имеют на это полное право. С вами Скайски, я начинаю. Дэхья персонаж двуручник. Ее обычная серия атак и, в общем-то, и ничего интересного. А, наверное, сделаю обзор оружий, которые ей могут подойти. Так что да, вы этого тоже можете на канале ждать. У нее даже сигнатурное оружие есть. Давайте перейдем к элементальному навыку. Называется оно расплавленное пекло. Когда она активирует элементальный навык, она ставит какое-то знамя на поле боя. И в радиусе таком близеньком достаточно. Она использует какие-то атаки, особые, отличающиеся от обычных, прибавленным уроном, и иногда они могут выдать пиро-эффект. Также существует отвод урона. Просто отводит от себя урон 200% от максимального хп Дэхьи. Длительность этой области 12 секунд, а время отката элементального навыка 20. В общем-то, элементальный навык достаточно полезный, имеет новую механику в Геншине. И в принципе он именно и дает представление, как все-таки нужно собирать саму Дэхьи. Взрыв стихий называется Клыки Львицы. Пожалуй, это самое красивое и мощное, что у нее есть. Вы активируете ее взрыв стихий, она зажимает кулак и бьет как дикая пиро уроном по всем. Радиус примерно как у Итто. Длительность всего этого 4 секунды, и за эти 4 секунды вы всего можете нанести 10 пламенных ударов. Последним ударом может стать 11, если вы поражали элементальный навык перед тем, как сделать ульту. Рекомендую ставить элементальный навык перед тем, как активировать ульту. Кстати, нельзя делать ульту Синтю, когда вы делаете ульту Дэхьи. Да, к сожалению, это не работает. Да, Елань тоже. В общем-то, просто мощная вещь. Думаю, вы уже на этом моменте поняли то, что Дэхья персонаж ДД. Возрадуйтесь, любители пиро элемента и любители ДД персонажей в Геншине. У вас пополнение. Еще если объяснять тупо, ставите Ешку, бьете ультой. Еще и не забывайте во время Ешки всякие приколы вытворять. Со звездами все еще странно. Постоянно меняют, могут даже местами поменять первое и второе. В третьем и пятом, конечно, мы 100% можем уверены быть. Это они, конечно, увеличивают уровень навыка. Могу выделить пока что первое созвездие, которое могут поменять на второе, то есть переставить его назад или даже еще назад. Ну, в общем, оно такое. Увеличивает макс хп Дэхьи на 15%. Наносит еще и дополнительный урон, равный ее от ее макс хп. Также урон элементального навыка увеличивается на 5,2% от хп. Урон ульты на 8,4% увеличивается, также от макс хп. Хоть выглядит мало, но поверьте, эта прибавка к урону значительная. Еще и шестое созвездие, которое пока что так нумеруется, опять же может что-то поменяться, но скорее всего уже нет. Оно просто очень сильно увеличивает урон от ульты, прям очень сильно. Все то, что там описано, читать я не буду, просто скажу то, что она увеличивает эти самые атаки при ульте. И увеличивает шанс крита ульты на 10%. И на какой-то фиг 0,5 секунд к ульте. Но, кстати, они могут быть и выигрышными. Второе созвездие, оно так бы увеличивает, получается, повторно созданную Ешку саму. То есть вот вы разрушили Ешку самой ультой, да, она сбивает Ешку. А потом, когда она обратно появляется автоматически, еще прибавка к урону идет. Урон, который воспроизводится в этой самой зоне Ешки на 25%. Просто вдумайтесь. Ивные таланты сейчас еще особо неизвестны, вот. Но, в принципе, уже видно, что за персонаж. Давайте-ка я вам скажу мои мысли о ней.
от ХП, куча дамага пиро, дешевая достаточно сборка получается, но ей оружие прям, ну, нужно, такое, какое ей нужно. Вот. Так намекаю на ее сигнатурное оружие, шанс квит попадания, здравствуйте. Опять же, крутой, стабильный дамагер, таких куча, но вайфу фактор, играй, она тебе нравится, и все тут. Что тут еще можно говорить? Особо никаких новых механик она как же не принесла, как странник. Да, вот он реально был новенький такой, но она прям, ну, такой обычный персонаж, который делает то, что делает, и ничего от нее больше и меньше не требуется. Если я вам помог, то я в принципе могу у вас попросить лайк и подписку. Таких видео интересных будет еще много. Не забывайте, я сделаю разбор оружия для Дахи, будет достаточно интересно и очень круто, так что ждите, и для этого и подписывайтесь, ставьте галочку. Также у меня есть Discord канал, он указан в описании, даже Donation Alerts и Boosty. С вами был Skysk, пока.